Знову з'їв щось не те. Фільтрум гастрогель. І це Шонен. Колумбия – страна ярких контрастов, часто противоречащих друг другу. Здесь страстная сальса соседствует с жестокими нарковойнами. Шахты с самыми дорогими в мире изумрудами окружены беднейшими трущобами. Представьте, здесь даже христианский храм соседствует с храмом сатаны. Мы уже познакомились с человеком, который называет себя сыном дьявола. Доброй ночи. Меня зовут Рамиро Лопес. Я сын Люцифера, сатаны. А сегодня познакомимся с его полной противоположностью. Мужчиной, который утверждает, что он может повторить одно из чудес Христовых. В священных писаниях говорится о многих чудесах, которые совершал Иисус. Среди них исцеление, воскрешение, превращение воды в вино, изгнание из человека нечистой силы и хождение по воде. Колумбийцы рассказывают, что в небольшом городке Лакумбре живет мужчина, который обладает даром повторять одно из этих деяний. Сегодня мы попытаемся разыскать его и, вполне возможно, станем свидетелями самого настоящего библейского чуда, которое, если повезет, совершат на наших глазах. На окраине города Буэнавентуры. Буэнавентуры – центр мирового наркотрафика и один из опаснейших городов Колумбии и планеты. Здесь непрерывно идет жестокая война банд за территорию, чтобы подпольно вывозить тонны запрещенного порошка по всему миру. Но мы начнем изучать этот город с поисков человека, который якобы обладает без преувеличения божественным даром. И для того, чтобы добраться до пункта нашего назначения, нам нужно воспользоваться местным транспортом, который называется брухитас, что в дословном переводе с испанского – ведьмы. Интересно, на чем мы поедем или полетим на метле, как ведьмы? Сейчас узнаем. Местные ведьмы отличаются от тех, какими мы их обычно представляем. Для своей магии они используют старые железнодорожные колеи и необычные мотоциклы. Вот те самые брухитас, ведьмочки. Это такие мотопоезда. Это очень популярный и транспорт, и туристическое развлечение. Судя по внешнему виду, над этим транспортом точно хорошенько поколдовали. Только не темные силы, а гаражные мастерские. Вот здесь можно хорошо рассмотреть. Обычный мотоцикл, деревянная платформочка, подшипнички, которые идут по рельсам. И одно колесо мотоцикла спускают и ставят на рельсы. Собственно, это колесо толкает эту платформу. Дело в том, что здесь есть железнодорожная ветка, которая соединяет город Кали с городом Буэнавентуры. Но поезд уже лет 10 не ходит, поэтому его заменили вот такими повозками. Смотрите, сколько их. Это очень впечатляет. Buenos días, мужики. А где продаются билеты? Вон там. Спасибо. Вот билетная касса. Тут можно отовариться и купить билет на ведьмочку. Buenos días. А вы туристы или местные жители? Мы туристы, искали. Buenos días, сеньорита. А сколько стоит билетик? Туда и обратно 18 тысяч песо с человеком. Почти 5 баксов. Ничего себе. А для местных тоже такая цена? Нет, для местных своя цена. 3 раза меньше. Вот так вот, друзья, видите, разделение идет. Для туристов 18 тысяч, а для местных 6 тысяч. Потому что для местных это транспорт, и местные не могут позволить себе 18. 18 это дорого реально. Дайте, пожалуйста. Скажите, а почему так назвали брухитас? Почему ведьмы? Потому что раньше эти тележки на рельсах двигали не мотоциклы, а люди с помощью палки, как ведьмы. Подождите, ну ведьмы на метле летают. Они палкой не отталкиваются. У людей сложилась такая ассоциация, которая со временем прижилась. Понятно. Люди так назвали ведьмы. Грасия, сеньорита. Ну что, вот так, друзья. Не полетим на метле, а поедем на ведьмочки. Думаю, это будет очень колоритная поездка, потому что впереди я вижу горы, джунгли. Наверняка очень красивая местность. И не случайно столько туристов сюда приезжает. И ведьмочка поможет нам найти человека, который, если верить рассказам про него, может исполнить чудо Христово. Buenos días. Прикольно. Buenos días.
можно к вам? Да, садись. Здравствуйте, вы туристы или местные? Мы туристы. А вы, похоже, местные, да? Здравствуйте, как зовут? Привет. Да, мы из этих мест. Меня зовут Джон Хавьер. А меня София. Синди. Синди, очень приятно. Ну что, присаживаемся и поехали. Мы с вами имеем уникальную возможность прокатиться на ведьмочке. Маршрут мотоведьм проходит через очень живописные места. Джунгли, реки, дикие заросли. Все это находится в буквальном смысле на расстоянии вытянутой руки от пассажиров. Очень колоритно, конечно. Класс, с ветерком, как говорится. Вот видите, осталось старое железнодорожное полотно, и люди воспользовались этим, чтобы быстрее добираться между селами. Очень напоминает наше родное украинское Полесье, когда не видишь бананы и пальмы. Мы с вами ездили на узкой колейке, вот здесь что-то похожее. Два в одном, и транспорт, и удовольствие. Малышка, тебе нравится на таком ездить? Да, мне нравится, что здесь много всего видно. Вот, друзья, давайте рассмотрим. Едет семейка домой, везет капусту, кокос. Что это, бананы у вас? А, это не бананы, друзья, это платана. Мы их жарим или добавляем в суп. Получается что-то похожее на картошку. Сегодня еще будем готовить наше любимое блюдо. Рис с кокосом и бананом. Скажите, а как вам этот транспорт? Вам нравятся эти поезда, мотопоезда? Да, конечно. Мы на этом транспорте ездим уже около 10 лет. С тех пор, как поезда перестали регулярно ходить. То есть эта идея появилась, когда исчез поезд, когда он перестал функционировать? Да, во время последних лет работы поезда уже были брухитос. Но тогда было опасно, потому что можно было встретиться с поездом на путях. А что делали в тех ситуациях, когда лоб-лоб поехал поезд? Просто убирали эту повозку? Да, приходилось очень быстро слезать и всем пассажирам вместе снимать тележку с рельсов, чтобы пропустить поезд. Это очень важный транспорт для нас, потому что много людей живет в таких местах, куда просто невозможно доехать на машине. Если бы не эти брухитос, им пришлось бы много километров каждый раз проходить пешком. Для местных жителей ведьмочки это, по сути, маршрутки-кабриолеты на рельсах. Очень красивые места проходят через джунгли, по таким мостам, через реки. Вот мы подъезжаем к остановке, машинист притормаживает, и мы видим, там уже стоит такая же телега с пассажирами, которая ждет, когда наш поезд пройдет, чтобы поехать в обратном направлении. Привет! Вот здесь, пожалуйста, мы видим поселок, здесь живут люди. Приятно было с вами проехаться. Вкусного риса сегодня вечером. Спасибо. Вкусно поел? А это, чтобы мои гастрономические эксперименты всегда заканчивались хэппи-эндом. Оказалось, что это конечная остановка и для меня тоже. Дальше мотопоезд больше не едет, потому что рельсы растащили на металлолом. С каждым годом полеты ведьмочек становятся все короче. Когда-то расстояние между крайними точками маршрута было почти 120 километров. Но сегодня от него осталось всего несколько десятков километров. Соответственно, я тоже не могу доехать до пункта назначения прямо на поезде. Еще 10 лет назад это было возможно. Сейчас это, к сожалению, уже невозможно. Дальше придется ехать по дорогам. Здесь машинисты вручную разворачивают свои мотопоезда и набирают пассажиров обратно до Буэнавентуры. Ну а мы отправляемся в городок Ля-Кумбре на поиски чудотворца. Он местная знаменитость. К нему записываются за месяцы наперед и говорят, что он творит настоящие чудеса. Если верить интернету, за 25 лет своей практики он сотворил чудо Христово, вы только вдумайтесь, 35 тысяч раз. О каком именно чуде идет речь? И откуда у этого человека сверхспособности? И самое главное, действительно ли они у него есть? Очень скоро мы все это выясним. Если с человеком что-то не так, если медицина справиться не способна, то этот мужчина может все. Посмотрим, как оно на самом деле. Итак, друзья, мы уже приближаемся к резиденции легендарного в этих местах человека. Вот мы уже видим забор, много флагов разных стран. Gracias.
Ну, вот вы таксистом работаете на мотоцикле. Часто привозите сюда пациентов? Да, очень часто. И люди уезжают довольными? Вы их видите другими, когда везете обратно? Люди говорят, что это место действует на них по-особому. Ну, посмотрим. Спасибо большое. Вот мы видим резиденция брата Гермеса. В наших экспедициях мы уже не раз бывали у шаманов, знахарей и различных колдунов. Видели самые разные, порой очень странные обряды. Но человек, которого мы встретим за этими воротами, совершенно другой. Люди здесь верят, что он не просто обладает сверхъестественными способностями, а именно той силой, которая была описана в Библии около 2000 лет назад. Доброе утро, мои дорогие братья. Здравствуйте. Вы тот самый брат Гермес? Да, это я. Добро пожаловать в мой храм. Проходите. Меня зовут Дмитрий, я из Украины. Будь моим гостем. Пойдем, я тебе все здесь покажу. Вот я вижу звезда Давида. Крест христианский. По этим ступеням можно идти? Можно. Вот эти символы излучают особую энергию. И люди, проходя по ним, ее впитывают. На этих ступенях собраны символы разных религий и культурных течений. Например, один из древнейших символов иудаизма – золотой семисвечник Минора и звезда Давида. Геральдическая лилия – знак чистоты и целомудрия. Иерусалимский крест – отличительный знак крестоносцев. Есть также голубь мира и даже знаменитый пацифик, который помимо символа антивоенного движения имеет древнее значение. Это перевернутая скандинавская руна Альгиз, которая изображали корни мирового древа, идущего в царство мертвых. Энергию этих символов не выносят темные силы, которые иногда вселяются в человека. То есть, если во мне есть демоны, и я наступлю, я должен почувствовать что-то? Если человек одержим сильным демоном, проходя здесь, ему сложно устоять на своих ногах. Друзья, наверняка многие из вас видели, возможно, даже в художественных фильмах, а возможно, в документальных, возможно, в реальной жизни. Такое можно увидеть даже в церкви. Когда из человека выходит злой дух, демон, то он падает на колени, начинает извиваться, кричать. Вот здесь такие вещи происходят, да? Да, здесь такое случалось не раз. Брат Гермес не простой священник. Он известен на всю страну как специалист по изгнанию темных сил или экзорцист. Как определить, что в человеке демон? Как понять, что ты не зашел с ума, а действительно в тебя вселилось что-то злое? Обычно люди, одержимые демонами, асоциальны. Они не контактируют с другими людьми. Порой говорят на неизвестных диалектах, очень агрессивны, не спят, не едят. Вы описали некоторых современных людей, которые просто очень тяжело работают. Сегодня можно услышать от современных врачей, что те люди, которые приходят к экзорцистам, они просто душевно больные, им требуется лечение. Да, конечно. Я не отрицаю, что есть люди с психологическими проблемами. Но, к сожалению, наука не хочет признавать тот факт, что порой люди умирают именно от того, что одержимы демонами. Мой дар и призвание – помогать таким людям. Я занимаюсь этим с 17 лет. Я способен физически ощущать демонов внутри человека. В такие моменты меня как будто бьет током. Это значит, что человек нуждается в обряде экзорцизма. Существует немало известных случаев таких обрядов. Например, говорят, что даже знаменитая монахиня Мать Тереза, которую причисляли к лику святых, незадолго до своей смерти подвергалась обряду экзорцизма. Его якобы проводили потому, что злой дух мешал женщине спать по ночам. Сегодня ко мне на обряд пришло много людей. Вы тоже можете присоединиться и посмотреть. Нам повезло. Мы сегодня увидим своими глазами, как выглядит обряд экзорцизма или изгнания духов. Пойдем. О, тут же люди. Брат Гермес уверен, что во всех этих людях находятся демоны. Более того, одержимые сами пришли к экзорцисту за помощью. По его словам, каждую неделю сюда приходит не менее 10 человек, чтобы избавиться от злых духов. Буэнос диэс. Какая-то яма. Мужчину мажут грязью. Это не просто грязь. Это пепел особого целебного дерева. Он действует как мыло для души. Смывает с нее все плохое. Брат Гермес не проводит ритуалы в одиночку. В его храме служат ассистенты для изгнания демонов.
Обряд экзорцизма еще даже не начался, но у пациента уже есть первая странная реакция. Я просто вижу, молодой человек дрожит. Здравствуйте. Как вас зовут? Тейлор Матео. Тейлор, сколько вам лет? 21. Вот дрожит тело часто? Или только сейчас? Я ничего подобного раньше не чувствовал. Вы не можете контролировать? Вы не можете остановить эту дрожь? Нет. Это пепел так действует на злой дух, который засел внутри. Ему становится некомфортно. Изгнание бесов упоминается в различных религиозных текстах как чудо Христово. В Евангелии, например, есть притча о том, как Иисус исцелил бесноватого, переместив бесов из человека в стадо свиней, которые затем бросились в море. Каким образом демонов изгоняют в наше время, сейчас увидим. Почему вы сюда пришли? Какая у вас проблема? С самого детства я чувствую в себе какое-то существо. Оно меня мучает. Я хочу от него избавиться. Перед началом ритуала всех пациентов обязательно мажут грязью с особым пеплом. Нужно быстрее переходить к следующему этапу. Куда-то уводят парня. Ёлки-палки, тут какая-то вообще жесть. Я вижу кресты, свечи, лайм, яйца, цветы и венки. Почему именно такой набор компонентов? Терновый венец символизирует силу Иисуса. А яйца мы используем, чтобы пленить злой дух после того, как он покинет тело. Потому что яйца имеют свойство впитывать в себя все плохое. Выглядит жутко, конечно, все это. Сеанс массового экзорцизма, друзья, мы сегодня увидим. Сегодня обряд пройдут сразу 12 человек. Все они уже не раз обращались со своими проблемами к традиционным врачам и разным специалистам. Но никто не смог им помочь. Многие из них считают, что экзорцизм – это их последний шанс. Вот подходят еще пациенты. Девушка, как вас зовут? У нее очень редкий случай. Злой дух внутри не позволяет ей говорить. Раньше она без проблем общалась, как все мы. Но после того, как в нее вселился демон, она потеряла дар речи. Если хотите, можете сами попробовать что-то у нее спросить. Ну, я не говорю по-испански, вот с нами переводчик. Девушка, как вас зовут? Como te llamas? ¿Nos podrías decir cómo te llamas? ¿Cómo te llamas, señorita? Она нам не отвечает, вы видели. Ни мне, ни переводчику. Вот как раз поднимается еще женщина. Buenos días. Как вас зовут? Редли Лопес. И я прошу прощения, может, вопрос нескромный. Что с вами? Меня постоянно мучит сильная головная боль. У многих людей головные боли. У меня тоже голова часто болит. Устаешь на работе, болит голова. Стресс, недосыпание, болит голова. Выпил таблетку, все прошло. Извините, поймите мой вопрос правильно. Вот у меня не возникало мысли пойти к экзорцисту. А у вас как она возникла? Я уверена, что моя проблема связана больше с духовным миром. И медицина здесь бессильна. Я здесь вместе с сыном и дочерью. Их мучают злые духи. После часа ночи в них как будто что-то вселяется. Они становятся буйными и агрессивными. Недавно мой сын даже укусил меня. После этого я начала себя плохо чувствовать. К обряду массового экзорцизма все почти готово. 12 человек одновременно намазали особым пеплом, и теперь они ложатся на специально подготовленные места на земле. Сейчас мы, возможно, станем свидетелями сверхъестественного ритуала. Он покажет нам, правда ли демоны существуют и могут вселяться в наши души. Можно ли от них избавиться и как выглядит борьба человека с дьяволом? Я обязан предупредить, чтобы вы не подходили близко к людям во время сеанса, поскольку они могут приобрести неимоверную силу и быть очень агрессивными, особенно такие молодые ребята. Даже при том, что мы их привязываем, это не всегда сдерживает демона внутри. Скажу честно, у меня это все еще вызывает большие подозрения, потому что мы не могли попасть сюда примерно месяц. По той или иной причине откладывался этот визит, потом нам назначили сегодняшнюю дату. Да, я не исключаю. Действительно, есть подтвержденные факты и доказательства, что по всему миру изгоняют бесов, злых духов. Бывает, что люди впадают в транс, это факт. Бывает, что у людей приступы психические, это тоже факт. Я не осмелюсь сейчас сделать вывод или кого-то обвинить, но у меня есть подозрение, что, возможно, это какой-то театр. С современной, классической, медицинской точки зрения, так называемые одержимые обычно имеют симптомы психических расстройств.
Что сейчас перед нами? Инсценировка? Люди с ментальными проблемами? Или реальная борьба с потусторонними силами? Надеюсь, скоро мы это узнаем. Положили в штаны яйца, одно яйцо на грудь, привязывают руки, как будто бы распинают. В руку кладут крест и яйцо, и чеснок. Почему крест, яйцо и чеснок? Эти три компонента защитят его и помогут бороться с демоном. Также, если верить легендам, демоны боятся молитвы, святой воды и креста. Именно это и есть главное оружие Гермеса в борьбе с темными силами. Он проходит, окропляет святой водой, говорит во имя Отца и Сына и Святого Духа. Он ведет себя как священник. Удивительно. Как только Гермес окропил девушку святой водой, ее сразу же начинает очень сильно трясти. Спокойно, спокойно. Вот сейчас, пожалуй, тот самый момент, когда можно понять, это все правдоподобно или нет. Посмотрите, что происходит. Во имя Господа и Святой Троицы, прошу тебя, успокойся. Я хочу тебе помочь. Судороги настолько сильные и неконтролируемые, что помощники вынуждены удерживать девушку, чтобы она себя не поранила. Забивают дополнительный крест, фиксируют. Это девушка, которая не разговаривает. Дочь моя, я тебе помогу. Сегодня ты заговоришь. Зрелище не для слабонервных. Девушка бьется в конвульсиях. Изо рта идет пена. Она начинает кричать. Важно подчеркнуть, что это не секты и не запрещенные ритуалы. Это полноценный церковный обряд. Экзорцизму даже обучают на специальных курсах в резиденции самого Папы Римского в Ватикане. Если верить происходящему, то эта наука отчасти работает, ведь девушка больше не молчит. Она сказала, помогите. Это выглядит так, что просто нереально смотреть. Молодую, красивую девушку реально приковывают, привязывают. И тот самый священник, брат Гермес, стоит и кричит. Говори, говори, у тебя все будет хорошо, ты сегодня заговоришь. Она издевается. Выглядит все просто как в фильме ужасов. У нее привязаны ноги. Между двумя крестами зафиксирована талия. И плюс парень дополнительно очень сильно держит. Видно, что он держит сильно. Гермес держит голову. Еще две девушки держат руки. Причем, обратите внимание, что девушка даже коленями придерживает. Очень показательно посмотреть на глаза, как они изменились. Помните, какие они были, когда мы подходили? Посмотрите, глаза стали красными. Она плачет. Друзья, если верить в то, что происходит, то мы с вами сейчас только что увидели чудо. Девушка заговорила. Верить или не верить, решать каждому из вас. Что касается моего впечатления, я его еще не заставил. Вот честно, я, во-первых, в шоке немножко, потому что я нахожусь здесь рядом. И несмотря на все те эмоции, которые мы пережили в разных экспедициях, это очень пугает и впечатляет. Я видел, как она не говорила. Я слышал, как она сейчас говорила. Верю ли я в это? Мне сложно ответить, но это факт. Побудь здесь. Расслабься. Переходит к тому молодому человеку, с которым мы познакомились первым. Во имя Святого Отца. Во время нашего разговора Тейлор выглядел абсолютно спокойным и уравновешенным. Сейчас его просто не узнать. Он рычит, пытается вырваться и бросится на экзорциста. Если верить происходящему, то в парне засел особенно агрессивный демон. Это не твое дело, не твое пространство. Сегодня ты покинешь это тело. Кошмар, посмотрите, что происходит, а? Ты сегодня покинешь это тело и оставишь этого человека в покое. Конечно, если предположить, что все это действительно никакая не игра, то это просто ужас, что происходит с людьми. Бог всех нас любит, включая и тебя. Он сейчас разговаривает с бесом, который вселился в этого молодого человека.
Все, что он говорит, он обращается к... Он просит его уйти из тела. Я даю тебе 5 минут, чтобы ты покинул это материальное тело. У него пузыри пошли изо рта. Экзорцист наступает на грудь парня ногой и пытается еще сильнее прижать его к земле. Сейчас захлебнется в слюне, мне кажется, своей. Мне страшно за него. После окончания молитвы парень внезапно успокаивается. Ты покоряешься. Да, я покоряюсь. Встаешь на колени перед Иисусом. Прости, Отец, прости меня. На самом деле обряд экзорцизма встречается во многих религиях. Например, в иудаизме изгоняют дебука, привязанную к земле душу преступника. В исламе упоминаются злые джинны, которые могут переселиться в человеческое тело. А в католической церкви экзорцизм направлен на изгнание злого духа. В целях безопасности прошу всех отойти в сторону. Вот говорят отойти, потому что сейчас будут разжигать огонь. Девушка поливает бензином. Огонь, согласно ритуалу, самый верный способ очищения от темных сил. Таким образом, экзорцист прогоняет все демоническое, что есть в этом месте. По периметру горит огонь, лежат люди, у некоторых судороги. За таким невозможно наблюдать без эмоций, к этому невозможно оставаться равнодушным. Можно верить, можно не верить, но в любом случае это очень сильные впечатления, когда ты видишь такое, особенно вживую. В Колумбии брат Гермес очень популярен. Многие его боятся и в то же время уважают. Но есть местные священники, которые называют его колдуном и чернокнижником. Сам экзорцист это отрицает и говорит, что помогает не только словом, но и делом. И, как мы с вами убедились, выглядит это весьма устрашающе. Посмотрите, женщина ползет уже. Какой кошмар. В общем, непонятно, она в сознательном состоянии или в бессознательном это делает. Иди сюда, на мой голос. Он управляет. Вставай. Посмотри на меня. Изыди. На наших глазах после слов экзорциста женщина падает без сознания. Но, к счастью, довольно быстро приходит в себя. Все, что здесь происходит, для меня какая-то жесть. Это какая-то просто параллельная реальность. Ну а когда нечистая сила поражена, осталось уничтожить последнее, что связывало пациентов с темным прошлым. А что это вы поливаете бензином? Это вещи и одежда пациентов, а также все, что мы использовали для их исцеления. Сейчас будет заключительный этап ритуала, после которого эти люди получат полное освобождение от злых духов. Вот. Вот так вот вспыхнуло все. Оказывается, вещи, которые принимали участие в ритуале, нужно сжечь. Эта одежда пропитана злой энергией. Огонь обладает свойством сжигать все плохое, очищать. Ритуал завершен. Но действительно ли он помог людям? Тейлор, можно к вам обратиться? Что вы чувствуете, что вы помните? Моя проблема заключалась в том, что я был одержим духом, который управлял мною. Несколько раз я даже пытался повеситься на ремне. В эти моменты я чувствовал рядом с собой присутствие мужчины, который говорил мне, что моя семья и я не заслуживаем жизни. Поэтому я должен их убить и потом покончить с собой. В эти моменты я словно терял контроль над собой. А сейчас, после обряда, я чувствую, что этот дух меня покинул. Как ты себя чувствуешь, Алисия? Кому ты сердце, Алисия? Я хочу помыться. Вы говорите. Вам чем-то помочь? Может, что-то попросить принести вам? Грасиас, дискульпа. Я отойду. Ответим. Я специально даже подошел и без переводчика спрашивал, как ты себя чувствуешь на испанском. Она не реагирует практически. Она явно в шоке, у нее явно стресс. И говорить она точно может. То есть то, что она до этого не говорила, это действительно какая-то болезнь. Она может говорить, мы сейчас это слышали, но она очень немного говорит, совсем чуть-чуть. Как вы сами оцениваете то, что сегодня происходило? Вы довольны результатом? Я считаю, что мне удалось помочь каждому. Обычно я избавляю от одержимости всех своих пациентов. А что касается девушки, которая плохо говорит, она меня впечатлила сильнее остальных.
Мне кажется, что ей еще требуется лечение, потому что в конце мы подходили к ней, она так и не стала общаться нормально. Она буквально произнесла два слова. То, что она сегодня заговорила, это уже очень хорошо. Но, конечно, будет лучше, если она продолжит у меня свое лечение. А сколько стоит лечение у вас, если просто клиент с улицы приходит? От 400 тысяч до 700 тысяч песо. Стоимость может меняться в зависимости от ритуала, который нужно проводить. Потому что каждый случай уникальный. Есть люди, которые приезжают ко мне из богатых стран, которые также нуждаются в моей помощи. Для них мои услуги могут стоить 1 или 2 миллиона песо. А максимально сколько вам платили за вашу карьеру? Это был один из местных бизнесменов. Его жена сильно болела. Он обращался к разным врачам, потратил на лечение очень много денег, но безрезультатно. Только после моего ритуала он увидел, что жене стало лучше. Тогда он сказал: «Никто из врачей не смог ей помочь, а вы смогли. И я хочу вам дать за это 20 миллионов песо». Больше 5 тысяч долларов за обряд изгнания беса. Вы можете сказать, например, есть ли во мне какие-то нечистые силы, какие-то демоны или нет? Да, я могу осмотреть тебя. Я вижу по твоим глазам, что ты очень сильная личность. Вряд ли кому-то под силу наложить на тебя какую-то порчу, потому что тебя любят очень много людей. И благодаря своему делу ты выполняешь свою миссию на этой земле. То есть вы видите по глазам, что вряд ли можно в меня вселить демона? Что у меня есть какая-то защита? Каждый из нас рождается со своим ангелом-хранителем. Тебя охраняет мощный ангел по имени Хафьель. Извините, а можно еще вот небольшой эксперимент? Можете посмотреть на Сашу? Ты, Саня, как чувствуешь, есть кто-то или нет? Никто не говорил со мной. Но брат Гермес все же считает, что Сашу нужно осмотреть более пристально. Сейчас я нуждаюсь в помощи своей ассистентки, у которой также есть дар. Посмотри ей в глаза. Я вижу темную яму. Глазами моей помощницы мы увидели, что тебя как будто кто-то хочет держать в темной яме. Это черная яма, это как яма? Или что-то, может быть, образное? Мы видим образ, что кто-то хочет манипулировать тобой. Одним маленьким пальцем тобой управлять. Человек, который наложил на тебя эту порчу, скорее всего, противоположного пола, какая-то женщина. Прежде чем ты уедешь к себе на родину, я со своими помощницами могу провести для тебя обряд очищения. Чтобы снять эту порчу, необходимо противостоять этой силе с такой же силой. И для этого нужно посадить тебя в яму. Посадить в яму? Давайте, конечно. Еще один инструмент брата Гермеса в борьбе со злыми духами – колодец глубиной в человеческий рост. Эту яму мы применяем в тяжелых случаях. Внутри она не покрыта бетоном, там только земля. Контакт с почвой помогает пациенту избавиться от плохой энергии. В трусах намазать? Попу тоже надо? Уже как я счастлив, что экзорцист сказал мне, что у меня нет беса. Надень это. На Сашу надевают белое пончо, крест, небольшой веночек, вот яйцо привязывают. Яйцо, которое мы привязали к его голове, будет поглощать в себя плохую энергию. Ну что, Саня спускается в яму. Будет проходить обряд экзорцизма. Эту повязку тебе необходимо завязать на глаза. В каждую руку Сане дают свечу и деревянный крест. Ему завязали глаза, у него на голове венок, символизирующий терновый венец. Внизу, на дне ямы, тоже 4 свечи и 4 креста. И вот якобы эта яма обладает особенной силой и помогает избавиться и от бесов, и от любых плохих ситуаций. Холодно, Санёк? Холодно, и ноги чешутся.
Церемонию экзорцист начинает с молитвы. Затем он зажигает очищающий огонь вокруг ямы. Когда в таком ритуале принимает участие твой друг, это совсем по-другому смотрится. Невольно задумываешься, чтобы все было хорошо. Считается, что если в человека вселился бес, то нужно очищение. Очищают обычно молитвой в христианстве, но есть еще обряды экзорцизма. Один из них мы сейчас наблюдаем. Очень нетипично для нас, для нашей веры, для нашей культуры. Хотя и мы, и колумбийцы христиане, но вот такого у нас точно нет. Если учитывать позицию церкви, то отношение к таким обрядам очень-очень неоднозначное. Есть те, кто говорят, что это нормально, и существуют психологические заболевания, которые нельзя объяснить медициной, и с которыми медицина справиться не способна, и нужны подобные обряды. Но очень многие служители церкви осуждают подобные ритуалы. В случае с Сашей, конечно, не идет речь ни о психическом заболевании, ни о бесах. Вообще сюда обращаются с самыми разными вопросами. Кому-то нужно наладить личную жизнь, кому-то финансовое состояние, кому-то не везет в работе. Люди приходят сюда, если верят в то, чем занимается брат Гермес. Стой, ты раздавил яйцо. Вот, я наступил на яйцо, к сожалению, во время ритуала. Это очень нехороший знак. Порча, которую впитало яйцо, могла перейти к тебе. Нужно срочно провести очищающий обряд. Мне в руки дают два сырых яйца и ставят лицом к ритуальной яме. Фантастика. То есть, получается, наступив на яйцо, я сделал так, что все то плохое, что забирали у Саши, я чуть не забрал себе. Спасибо вам большое за то, что обратили внимание. Сейчас тебе нужно сконцентрироваться. Направь всю свою духовную энергию через руки в эти яйца и раздави их. Понял. Не могу раздавить. Старайся изо всех сил, иначе ритуал не сработает. Есть. Нужно было сконцентрироваться и раздавить яйца, и тем самым избавиться от негатива. Если честно, то когда я стоял с этими яйцами с закрытыми глазами, я почувствовал что-то очень необычное. То, что выходит за рамки понимания и за рамки логики. Волей-неволей начинаешь задумываться. Саша все это время ожидает в яме завершения своего ритуала. Посмотрите, кстати, как у Саши руки затекли воском. Саша, конечно, выносливый парень, потому что вот так вот стоять в таком положении больше часа уже. Сань, как самочувствие? Затекло все. По моей команде опусти свечи немного вниз и затем брось через себя. Давай. Теперь возьми яйцо в руку и раздави его. Ритуал завершен. Можешь покинуть яму. С возвращением тебя на землю, Саня. Спасибо. Видите, яму заливают бензином, идет жар такой сумасшедший. Для того, чтобы все плохое, что во время ритуала ушло, чтобы оно сгорело, и яму можно было использовать дальше. Саня, если верить во все это, ты чист. Мне кажется, вообще все эти ритуалы, они работают, когда человек верит. Если нет веры, то это просто ритуал. Пользуясь случаем, мы попросили брата Гермеса проверить на одержимость и остальных членов нашей команды. Наш переводчик, наш гид, наш второй оператор Саша. Все ли чисты или еще есть чего опасаться? Сейчас я сконцентрируюсь, и если у них есть что-то плохое, я это почувствую. Карлос, я вижу, что в тяжелые моменты жизни ты обращаешься не только к Богу, но и к очень близкому человеку, который уже покинул этот мир. Да, так и есть. Я часто вспоминаю этого человека. Моя бывшая жена умерла. Практически 80 лет назад. Я знаю, что это должна быть одна, больше никто. Ты веришь, что это может быть, да? Да, скорее всего, потому что они никак не могли бы знать, что у меня есть кто-то очень близко, который постоянно со мной. А это просто это она, это понятно, потому что мы всегда вместе были, ну, за 18 лет, то есть очень много времени.
Как раз она ушла совсем недавно от ковида? Да, от ковида, да, так и есть. Важно подчеркнуть, что ни брат Гермес, ни его помощницы не могли заранее знать никаких деталей о нашей съемочной группе. Я был уверен, что ее душа уже покинула этот мир окончательно. Я не подозревал, что она все еще здесь. Сейчас попробуем выяснить, почему этот дух задержался в этом мире. Я обращаюсь к нему через мою помощницу. Почему ты все еще здесь? Почему ты его так защищаешь? Карлос, ты много путешествуешь. И поэтому ты часто встречаешься с нехорошими людьми, у которых плохая энергия. Береги себя. Я хочу точно знать, кто ты такая. Ты можешь мне сказать свое имя? Зачем ты такие вещи спрашиваешь, когда ты прекрасно знаешь, как меня зовут и кто я такая? Вы выразились именно так, как бы моя жена это сказала. Может быть, стоит остановиться на этом моменте, потому что ты, возможно, не захочешь, чтобы я говорил о твоих личных делах при всех. Возможно, ты захочешь оставить это только между нами. Во время общения с нашей командой брат Гермес затрагивал очень личные темы, которые мы из этических соображений решили оставить за кадром. Дорогие друзья, сейчас был очень долгий разговор с братом Гермесом. Он говорил в основном о тех вещах, которые никто не говорит никогда публично. Это, по сути, такая личная консультация. И у каждого из нас сложилось какое-то впечатление про этого человека. Верим мы ему или не верим? И вот сейчас интересно послушать выводы каждого из нас. Андрес, что ты скажешь о нем? В течение всего дня, даже после того, как увидели это серьезные проявления всяких духов и так далее, я это сомневался очень сильно. Ты думал, что это фокусы, да? Конечно, но то, что он про меня лично сказал, я вот сейчас удивлен. По взгляду, по глазам или по манерам, может быть, он о человеке уже что-то может сказать. Либо у него какая-то способность, я не знаю, как к этому относиться, если честно. А я думаю, что у него все-таки есть дар. Может быть, сказал то, что я хотел слушать, но было очень приятно все-таки. Что-то есть, дар у него есть какой-то, это факт. Я думаю, что он видит людей насквозь, и у него есть дар. Я согласен тоже и с Карлосом, абсолютно. Опыт нашей команды показал, что он действительно умеет очень быстро сказать правду, которую никак не мог узнать. Это поражает и действительно меняет отношение ко всему, что мы увидели. Напоследок, я хотел бы сказать вам, оставайтесь такими же смелыми, как сейчас, и да благословит вас Господь. Спасибо, брат Гермес. До встречи. Вашим сестрам хочу тоже пожать руку. Спасибо, девушки. Всего доброго. До свидания. Заканчивается этот очень необычный день. Я вам скажу честно, меня просто разрывает от эмоций, и они очень разные. Верить ли в то, что вы сегодня увидели, или не верить, тут каждый должен решать для себя сам. Мы все показали, как есть. Что касается опыта нашей команды, скажу честно, приехал я сюда скептически настроенным, и вначале то, что я видел, показалось мне не до конца правдоподобным, и я очень сильно сомневался. Но когда мы провели здесь целый день, когда брат Гермес пообщался с моими коллегами и сказал им те вещи, которые просто никак не мог угадать, я поменял свое мнение, потому что видел глаза своих коллег и слышал, как они сказали, да, он действительно видит насквозь. Поэтому важно признать, что в мире действительно существуют сверхъестественные явления, которые не поддаются никакому объяснению. И в истории нашей программы мы с таким сталкиваемся уже далеко не первый раз. Смотрите в следующей программе. Сейчас нас на глазах будут расстреливать человека. Убойная мода Колумбии. Мы раскроем секреты одного из самых необычных бутиков. Сколько известный американский рэпер заплатил за эту куртку? $6000. В который можно и нужно приходить с оружием. Я решил продемонстрировать это на моей супруге. И проверим на себе, действительно ли такой наряд может спасти жизнь.